Уже 3 года я играю в ОСУ и ставлю перед собой челленджи, но в ноябре 23 года я, как мне казалось, поставил одну из самых глобальных для себя. Я хотел апнуть 7000 пп до нового года. Изо дня в день я старался пофармить пп, чтобы быстрее достичь этой цели, и в один обычный день я зашел в ОСУ без какой-либо цели, запустил стрим без микрофона и тупо начал чилить. Вдруг ко мне зашел мой знакомый Яники и предложил поиграть в мульти. Я согласился и начал ставить легкие карты, чтобы не напрягаться. Но выбирая рандомом, мне попалась карта из мобсета Таркса Юнайтед. Она показалась мне настолько легкой, что я решил выйти из мульти и сыграть ее соло. Результат удивил.
Сразу после того, как я увидел, что мне до 7к оставалось всего 2 пп, я решил пофармить. Я запускал все фармилки, которые сохранил, и примерно через час фукашнул карту Dice Evolution от маппера Сиф. Спасибо за стрим.